Баскетбольный клуб «Энергия» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата России премьер-лиги. 25 ноября на своей площадке команда принимала аутсайдера турнирной таблицы баскетбольный клуб «Ростов-Дон». С первых минут игра пошла под диктовку хозяев площадки, о чем говорит счет первой четверти матча – 18-7 в пользу «Энергии». Но в дальнейшем пыл ивановок поугас. Итоговый счет – 56-44. Победа подняла «Энергию» на одну строчку вверх в турнирной таблице. Теперь наша команда на предпоследнем месте.